Всем хорошего настроения. Пришла посылка. Это у нас Китай, AliExpress. Нашел неплохой магазин. Специализируется магазин на продаже всего, что угодно. То есть там нет какого-то конкретного направления. У него всего по чуть-чуть. Много вещей для фотоаппарата, для фотографа. Вернее так. И есть вот такая штуковина. Это как бы подставка для микрофона. Недавно заказал себе микрофон, хороший, мне очень понравился, и решил заказать подставочку. И искал, конечно, чтобы было дешевле. То есть я определился, что будет вот такая подставка, сейчас покажу ее, и искал просто дешевую цену. И нашел вот этот магазин. Ссылку оставлю и на магазин, и на вот эту подставку, держатель в описании к видео. Давайте посмотрим на качество. Возможно, здесь даже не стоит его покупать. Я еще не знаю. Так, что здесь есть? Так, все, пустая коробка. Вот такая коробка картонная. Внутри. Это чтобы прикручивать столу, например, держатель микрофона. Так, это же держатель микрофона, насколько я понял. Вот проблема. У меня намного больше микрофон. Сюда он никак не станет. Но у меня есть свой держатель, и там есть резьба, поэтому я что-то придумаю. И вот сама подставка. Так, это металл. Такое впечатление, как пластик, но нет, это металл. Ну и первое впечатление сделано достаточно качественно. Даже покраска качественная. Нет такого, вот бывает, закажешь что-то, а краска уже в руках остается. Здесь такого нет. И как бы фиксация или вот эти соединения очень хорошие. То есть нет люфта. Вот это мне нравится. И ход плавный. Да, качественное, рекомендую. За такие деньги, а заплатил я за эту подставку что-то около $10, даже до, если не ошибаюсь, ссылку оставлю, переходите, смотрите. Я считаю, что достойный вариант. У других продавцов было намного дороже, точно такая же. Ну, тяжело судить, такая же или не такая, на фото оно все одинаковое, но бывает такое, что заказываешь на фотографии одно, приходит совсем другое. Ну, в этом случае меня все устраивает. На фотография была такая же. И качество мне, как бы, мне нравится. И движения такие плавные, хорошие. И люфта нет. И покраска качественная. В принципе, все на пятерочку. 5 из 5. То есть, я рекомендую эту покупку. Вернее, эту подставку. И этого продавца также рекомендую, поскольку никаких претензий к продавцу у меня нет. Доставка длилась где-то около 30 дней. Это немало, но поскольку сейчас праздники новогодние, и это так всегда, когда вот какие-то праздники или распродажи, есть задержки. Но это связано, я думаю, больше всего с почтой, поскольку там очень много посылок, и они не успевают их как бы сортировать и распределять по городам. И поэтому задержки. Ну, в принципе, я продавцу не писал, поскольку знал, что будут задержки. Как бы я ждал и, в принципе, доволен. 30 дней. Но зато получил хорошую вещь. Ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр данной распаковки. Хорошего настроения. До свидания.